Вот это и произошло. Остался один мужчина, хомячок. Утром, когда я уходила из дома, умерла серенькая, я нашла ее уже мертвой. Но мне некогда было это рассказывать, как бы. Да, я спешила на автобус ехать. А пришла уже домой, уже и беленькая ушла на радугу. Так что нет уже блондиночки. Все, остался мужчина один. Хромой, тоже перекошенный, старенький. Да, жалко, честно скажу. Ну, я к этому уже была морально готова. И все-таки 3 года для хомячка это нормальный срок. Понятное дело, что вот он сейчас вот будет ребенок доживать свой век. Никого к нему подселять я не собираюсь. У него тут все апартаменты в его распоряжении теперь. И даже не буду пока загадывать, заведу ли джунгариков еще. Да, они уматовые, как и сатиновые мышки. Наблюдать сплошное удовольствие. Ну, блин, так они мало живут. Это очень-очень жалко. Так что, пока так. Пока вот сейчас еще мужчинке морковку выдам, яблочко выдам. Порадую товарища. Ну, вот так эпопея с хомячками потихоньку заканчивается. Там еще вот буквально на днях я снимала видео с ними. Блондинка еще утром бегала. Вот даже несмотря на то, что серенькая девчонка умерла, она, а блондинка еще бегала. То есть я рассказывала про это. Они до последнего бегают, потом их тюкает просто кровоизлиянием в мозг. И в принципе все, как и у крысок. До последнего в движении, в активности. Как-то так. Это тоже утюкнутый уже инсультом, и нога у него одна там хреново ходячая. Ну вот активный мужичок пока мест. Будем радоваться, что хотя бы один еще остался. Так что вот так случилось сегодня. -2 хомячка.